студии Ирина Минаева. В Болграде спасатели достали из колодца труп мужчины. Трагедия случилась в селе Огородное. Глубина колодца более 12 метров. Причины смерти выясняются. А в Березовском районе зафиксировано трагическое ЧП на железной дороге. Под поезд попал мужчина. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Как сообщили в пресс-службе линейной милиции, мужчина попал под колеса пассажирского поезда «Одесса-Запорожье» на перегоне «Березовка-Рауховка». По словам машиниста, он увидел мужчину на путях и стал подавать звуковые сигналы, но тот не реагировал. Было применено экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Родственники погибшего сообщили, что в последнее время мужчина находился в состоянии депрессии и мог не услышать сигналов приближающегося поезда. Еще два летальных исхода в статистику минувших суток добавили ДТП. В Любашовском районе водитель Ниссана не справился с управлением, выехал на обочину и влетел в забор. От полученных травм водитель скончался на месте. Кроме того, в больнице умер 29-летний мотоциклист, который получил тяжелые травмы 19 мая. Напомним, водитель мотоцикла не пропустил «Жигули» в селе Червоноармейское. Столкновение оказалось фатальным. Всего же на дорогах зарегистрированы 6 дорожно-транспортных происшествий. В ожидании гостей каждая хозяйка старается прибрать жилье, почистить углы, наполнить дом свежестью и уютом. И Одесса в преддверии туристического сезона ничем не отличается от радушной хозяйки. Город приводит в порядок скульптуры и памятники, освежает фасады, обустраивает пляжи и ждет гостей. Однако, как показывает практика, чистота сохраняется не там, где убирают, а там, где не мусорят. Александр Пушкин, у которого постоянно воруют трость, дети с лягушкой, регулярно теряющие ноги, скульптурная композиция с лаоконом, части которой с завидной регулярностью исчезают. Таких объектов, лакомых для бездумных вандалов, по городу можно перечислять множество. От памятников архитектуры до памятников могильных. Воронцовская колоннада не исключение. Сколько ее ни крась, она снова и снова оказывается полотном для тех, мимо кого моральные и этические нормы прошли, не задев. Мы часто сетуем, что денег на все объекты центра Одессы не хватает. Но, к примеру, на восстановительные работы той же Воронцовской колонны уходит время и труд рабочих, и тысячи гривен. Сейчас этот памятник реставрируют вновь. Но надолго ли сохранится его девственная белизна? Пройдясь по историческому центру города, наши корреспонденты решили поинтересоваться у жителей Одессы, какие пути борьбы с вандалами они видят. Историческое наследие города нужно беречь, и это обязанность каждого гражданина, считают одесситы. Нужно быть человеком и понимать, что это все-таки памятники архитектуры. Чтобы уберечь памятники от вандалов, нужно предпринять ряд мер по обеспечению их безопасности, считают горожане. В этих местах нужно устанавливать видеонаблюдение, и это будет решаться очень быстро этот вопрос. Эти все архитектурные памятки, как их называют, просто надо их обводить и ставит таблицу, ведется видеонаблюдение. Жители Одессы обрисовали своего рода портрет типичного вандала. Видят горожане и первопричины, которые толкают людей на хулиганские поступки. Я считаю, что это своего рода такой аморальный тип. Люди, которые особо не задумываются о последствиях своих поступков. Вполне возможно, что это с каким-то криминальным прошлым, которые употребляют, может, алкоголь, наркотики. На самом деле наказывать нужно жестко, строго и категорично. И я бы посадила все-таки не на 15 суток, а суток так на 30. И, естественно, психологические тренинги, я думаю, сопутствовать должны. Не нужно делать рекламу про алкоголь, насилие и проституцию. Нужно делать вот как бы какие-то рекламы для мотивации. Наши собеседники заверили корреспондентов, что в случае встречи с вандалами не растерялись бы и оказали сопротивление хулиганам, пытающимся изуродовать прекрасный образ Одессы. Новейшая история Одессы характеризуется не только исчезновением исторических зданий и застройкой побережья. В городе с завидной регулярностью падают старые деревья. В пятницу утром в центре города очередной ствол перегородил проезжую часть. Сухое дерево акации на улице Новосельского на несколько часов перекрыло движение автотранспорта. Чистая случайность. Так характеризует одесситы ЧП, которое произошло в пятницу утром на Новосельского. Тут куча машин была, она так ровно упала, что ни одна машина не пострадала. Потому что обычно бывает, что двор полностью пустой, сколько раз было, и одна машина только стоит, она ляпс на эту машину.
А тут, в принципе, еще так удачно упало. К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших и без ощутимых последствий. И хотя на какое-то время ствол перекрыл проезд, но коммунальщики весьма оперативно справились с последствиями ЧП. Впрочем, по оценкам одесситов, на Новосильского есть еще не один претендент на обрушение. Несколько деревьев, похоже, требуют безотлагательной подрезки. В Одессе сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью обнаружили склад с контрафактной продукцией. Во время обыска изъяты поддельные комплектующие к мобильным телефонам известного производителя. В ходе оперативной отработки в сфере интеллектуальной собственности под условным названием «Пират» проведена проверка информации о том, что в Одесском регионе реализуются поддельные комплектующие к мобильным телефонам. Установлено, что продукция является контрафактной и не соответствует ни одному из пунктов сертификата компании-правообладателя. Организовал незаконный бизнес 35-летний одессит. На складе хранились контрафактные аккумуляторные батареи и зарядные устройства к мобильным телефонам, а также листы с поддельными наклейками защитных голограмм. Всего более 10 тысяч единиц контрафактной продукции. Открыто уголовное производство. Подозреваемому грозит крупный штраф с конфискацией. К 5 годам лишения свободы с испытательным сроком приговорен мужчина, который похитил автомат с патронами из автомобиля военных. Правоохранители получили сообщение о краже автомата от бойцов Нацгвардии и сразу начали розыск подозреваемого. По показаниям свидетелей удалось установить личность предполагаемого злоумышленника. Мужчина имел несколько приводов в милицию за мелкие хулиганства. Милиционеры отправились к нему домой. Во время задержания злоумышленник был нетрезв и вел себя агрессивно. Однако все же указал место, где хранил похищенное оружие, а затем подробно рассказал обстоятельства совершения преступления. По решению суда обвиняемому был вынесен приговор 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года. А сотрудники линейной милиции на вокзале задержали мужчину, у которого на поясе в чехле находился нож. Выяснилось, что мужчина возвращался домой из Луганской области. По его словам, нож изготовлен по индивидуальному заказу на одном из заводов. И задержанный не подозревал, что ношение такого оружия запрещено законом. Нож изъят и направлен на экспертное исследование. Открыто уголовное производство. Подозреваемому грозит крупный штраф либо лишение свободы на срок до 3 лет. Люди в форме и с оружием. Такую картину днем 22 мая могли наблюдать одесситы у здания Одесского городского совета. Комментарий происходящему дал сам участник следственных мероприятий, вице-мэр Олесь Янчук. Люди в форме, появившиеся у здания горсовета в пятницу, оказались сотрудниками следственного управления Центрального аппарата МВД Украины. На Думской 1 они проводили следственные мероприятия. Одним из участников этих событий стал вице-мэр Одессы Олесь Янчук. Он так прокомментировал действия правоохранителей. Сегодня сотрудники следственного управления Центрального аппарата МВД Украины проводили следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного по факту имевшей место взятки в ноябре прошлого года на кладбище Таировском. Дело это расследовано, должно в ближайшее время быть передано в суд, и есть все основания полагать, что до вердикта это дело не дойдет. Но самое интересное в этом деле не то. Самое интересное в этом деле то, что инициировано оно было депутатом Одесского городского совета Николаем Пеструевым и его сыном, руководителем частного похоронного агентства «Анубис». Ни для кого не является секретом, что депутат городского совета Николай Пеструев более 15 лет возглавлял коммунальное предприятие «Спецкомбинат коммунального бытового обслуживания», то есть того предприятия, которое занимается оказанием ритуальных услуг гражданам нашего города. За время правления Пеструева это коммунальное предприятие практически перестало существовать. Из него были выведены все активы, и ситуация дошла до такого смешного уровня, что когда мы уволили ставленника Пеструева с директора коммунального предприятия, оказалось, что у этого предприятия на балансе не осталось ничего, даже веника и стула. В то же самое время на фоне полного развала коммунального предприятия и сделанного благодаря деятельности этого депутата на посту директора этого предприятия, параллельно вырастало другое предприятие, частное, под названием «Анубис», которое принадлежит Пеструеву и его сыну.
Если взять трудовую книжку депутата Пеструева, то мы увидим, что нигде, кроме кладбищ, в своей жизни он не работал. И в связи с этим, наверное, правоохранительные органы должны были бы поинтересоваться, каким образом коммунальное предприятие за 15 лет было полностью разграблено, и параллельно частное предприятие Пеструева, которое сегодня является монополистом на рынке ритуальных услуг города, так хорошо, как на дрожжах, взросло. Понятно, что никто не хочет расставаться с монополией на рынке. Деятельность Одесского городского совета, мэрии и моя лично, направленная на то, чтобы демонополизировать рынок ритуальных услуг в нашем городе, для того, чтобы все операторы имели равные условия и поступали 100% платежи в бюджет города, это, естественно, не нравится монополистам. И никто этого не скрывает. Мы абсолютно твердо утверждаем, что уголовное дело, которое было заведено по факту взятки и сама взятка на Таировском кладбище в ноябре прошлого года были инспирированы депутатом Пеструевым и некоторыми нечистоплотными правоохранителями, которые находятся с ним в определенных взаимоотношениях. Официальных комментариев правоохранителей до сих пор нет. О развитии событий смотрите в следующих выпусках. Одесситы отметили День науки. Торжественное празднование состоялось в Доме ученых. Здесь собрались ректоры высших учебных заведений, профессура Одесской области, представители Южного научного центра НАН и МОН Украины, а также научно-исследовательских учреждений и организаций. В Одесском доме ученых в День науки собрались представители различных научных кругов города. Виновники торжества отмечают, что несмотря на тяжелое материальное положение отрасли, в Украине научные изыскания ведутся регулярно и успешно. Зачастую успехи на научном поприще зависят только от энтузиазма и преданности любимому делу. Очень часто это зависит прежде всего от самих ученых. Тот, кто хочет работать, он работает и ищет для этого возможности. Тот, кто работать не хочет, знаете, он всегда найдет себе оправдание. И оправданием будет и кризис, и времена тяжелые, и молодежь не та. Научные работники уверены, дабы традиция не прервалась, сегодня стоит уделять внимание и финансирование не только маститым ученым, но и молодому поколению, которому предстоит нести эту эстафету знаний в будущее. И что отрадно, старший утверждают, что молодежь вовсю стремится к знаниям. Несмотря на тяжелые времена, но тем не менее много есть достаточно таких интересующихся, способных, целеустремленных юношей и девушек. И вот у нас сейчас как раз в конце июня запланированная, сейчас идет активная подготовка к конференции международной. У нас уже на сегодня перевыполнение плана по заявкам, по докладам, которые пришли. В рамках торжества по случаю профессионального праздника ученые нашего региона были удостоены почетных грамот. Кандидатом медичных наук, доцента. Наступила пора последних звонков. Школьники подводят итоги учебного года и с нетерпением ждут летних каникул. Прозвучал последний звонок в Одесской частной общеобразовательной школе «Ника М». В этот праздничный день здесь поздравляли учеников младшей и средней школы. Торжественная линейка началась с поднятия флага страны. Эта честь досталась двум отличникам учебы школы «Ника М». Этот день особенный не только для тех, кто сегодня услышал свой последний школьный звонок. Не менее важен он и для первоклашек, ведь они завершили свой первый учебный год в школе. Малыши рассказывают, все ожидания оправдались. Появились новые друзья, любимые учителя и предметы, и, конечно же, первые успехи. Ощущение нормальное. И все хорошо, у меня получается все. Мне очень сложно было, но я старался. В центре внимания сегодня и младшие выпускники, четвероклашки, завершившие начальное обучение. Впереди новые испытания и новые впечатления. Это одновременно приятно и волнующе. Кто виновник торжества? Конечно, ты и я. Все мальчишки и девчонки, что стоят сейчас в сторонке. Те, которые сидели, все учили и пыхтели. Ощущение нет, такое. Ты подрастаешься с самым близким другом. Год был трудный, непростой, вот экзамены. Вот, тяжело проходить очень.
Но я думаю, что у меня все отлично. Хочу, чтобы так и продолжалось. Надеюсь, что все будет хорошо. Выпускной у четвероклашек самый что ни на есть настоящий. Девочки облачились в красивые вечерние платья, мальчики в костюмы. Был у маленьких выпускников и их первый вальс. Последний звонок – весомый повод отметить заслуги школьников. Лучших из лучших наградили почетными грамотами. Это очень классно, когда тебе выдают грамоты, когда ты на каких-то соревнованиях участвовал. По атмосфере, царящей здесь, становится понятно, что ученики школы НИКМ любят свою школу и будут скучать по ней даже в дни летних каникул. Очень люблю нашу школу, она действительно многому нас научила. Будет 3 месяца свободных, это без друзей, без одноклассников. Слава богу, пока еще не 11 класс, пока еще не тоска. Гордятся своими учениками и педагоги. Подопечные на радость преподавательскому составу НИКМ показали в этом году отменные успехи. Многочисленные дипломы и грамоты, завоеванные ими, яркий тому пример. В нашей школе традиционно сильная и преподавательская база, и материальная база. По крайней мере, мне было крайне интересно работать с веренными мне классами, самыми младшими и самыми старшими, которые нынче выпустились. Теперь учеников школы НИКМ ждут долгие каникулы. Ребята своей плодотворной работой в течение учебного года по праву заслужили 3-месячный отпуск. Впереди лето, впечатления, поездки. Но уже к середине августа детвора будут считать часы до того дня, когда веселый звонок вновь соберет всех по классам. И можно будет радоваться встречам и открытиям вместе. Молодежь выбирает здоровье. Под таким названием в детском центре «Молодая гвардия» открылся областной фестиваль-конкурс, собравший свыше 30 юношеских команд со всех районов Одесской области для участия в спортивных соревнованиях. Цель акции – пропаганда среди сверстников здорового образа жизни. Уже 11 лет подряд дети в возрасте от 10 до 18 лет из разных городов и районов нашего региона съезжаются в Одессу для участия в фестивале, популяризирующем здоровый образ жизни. Значно розширилась мета завдання фестивалю – це розвиток молодіжного руху. Це залучення молоді до безпосередньої участі і проведення фестивалю. Це і тренінгові табори. І різноманітні волонтерські заходи. Тобто це така системна молодіжна робота протягом всього року. Каждая из команд, приехавших в «Молодую гвардию» на фестиваль-конкурс, с нетерпением рвется в бой и готова показать все, на что она способна. Музыкальные номера, спортивные соревнования, вокально-хореографические конкурсы, весь калейдоскоп талантов, собранных здесь, направлен на профилактику вредных привычек и разного рода заболеваний. Наша вся гидбригада построена на танцах. То есть у нас полностью танцевальная группа. Помимо агитбригады, мы также занимаемся танцами в разных направлениях, как народными, так и классическими, хип-хопом. Конкурсы вижу, конечно, участие в МОЗ, «Молодежь обирает здоровье», дальше, и потом передать свое участие другому поколению. В течение фестиваля мы проводим различные тренинги, мы общаемся с детьми, взаимодействуем с ними. И именно прививаем любовь к здоровому способу жизни, учим их, как это делать правильно, рассказываем, как рассказывать об этом своим друзьям. И, собственно говоря, так и коммуницируем, рассказывая о здоровом способе жизни. Организаторы уверены, повышение уровня информированности среди детей о правильном образе жизни – важный элемент воспитания юного поколения. Я вважаю, що це гарна справа, це дає можливість дітям спілкуватися, це дає можливість дітям якісь нові знання отримати. И в том числе далее продолжить эту справу. Конкурс продлится 2 дня. По завершению фестиваля жюри определит победителей и наградит наилучших. Творчество Тараса Шевченко изучают уже многие поколения, причем отнюдь не только в нашей стране. Великий гений Кобзаря покорил мир своей простотой и искренностью. О его жизни написано много книг, однако одна из них является воистину уникальной. Случайно оказавшись летом 1931 года на полуострове Мангушлак на Каспии, Константин Паустовский заинтересовался судьбой сосланного в Александровский форт Тараса Шевченко. А поклонившись дереву, посаженному ссыльным кобзарем в этом выжженном и угрюмом поселке, окруженном пустыней, писатель уже не мог не чувствовать всю силу огромной, искренней любви поэта к родной Украине. И к 1939 году Паустовский заканчивает работу над историко-биографической повестью «Тарас Шевченко». Паустовский написал
написал, цю повість написав у 1939 році, до 125-ї річниці від дня народження Тараса Григорьовича Шевченка. Тоді ж вона вийшла від видаві дуже такому великому, великій кількості примірників – 250 тисяч примірників. Но до прошлого года повесть о нашем культовом поэте издавалась только на русском языке. Лишь к 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко эта изыскательская работа Паустовского была переведена на украинский язык. Вперше ця повесть была перекладена херсонським письменником і журналістом Василем Григорьевичем Підубняком. В нашому музеї познайомилися з цим текстом, і з його згодою мы сделали так, что эта повесть побачила свет. Пожалуй, Паустовский был первым исследователем жизни Шевченко, увидевшим в нем не только писателя и поэта, но и талантливого художника, воспевавшего в своих картинах Украину, ее жителей, их быт, историю. Символично, что в Одессе первую презентацию вновь изданной книги сделали для студентов художественного училища имени Грекова. Его творы были наповнены образом украинского побуту, украинской природы. Він був, можна сказати, етнографом, тому що у його картинах можна було подивитися та вивчити і українські народні костюми, і різноманітні традиції. Я вважаю, що він зробив дуже багато для культури, не тільки як поет, а ще як художник, тому що зміг поселити ці образи нашого етносу у душі, скажімо так, всего света. Поддержала инициативу переиздания повести Паустовского, а также презентации ее студентам и общественной организации «Интеллектуальный форум». Я хочу сказати вдячність всім тим людям, які допомогли видати цю повість. Дуже вдячна цьому організації «Інтелектуальний форум». Пока тираж книги на украинском языке небольшой, но в дальнейшем планируется ее массовое издательство, а также презентация во многих учебных заведениях Одессы, заверили авторы проекта. Одесситам рассказали о Костисе Паламасе. В филиале Греческого фонда культуры представили проект, посвященный великому поэту, прозаику и драматургу Греции 20 века. Посетители ожидало литературно-музыкальное представление и планшетная фотовыставка. В Одесском филиале Греческого фонда культуры продолжает знакомить посетителей с греческими литераторами и поэтами, которые оставили свой след на страницах истории Эллады. С именем Костиса Паламаса связан особый этап развития греческой литературы в 20 веке. Поэт, прозаик и драматург, основатель новой афинской школы, а также автор слов олимпийского гимна. Строчки стихов Костиса Паламаса, написанные 100 лет назад, и сегодня поражают слушателей своей прозорливостью. Я бы сказал, что они очень актуальны, особенно в периоды кризиса для нашей страны, я имею в виду экономически, потому что очень важно быть вместе и единым. И его поэзия помогает, чтобы народ был единым в трудных моментах. Δεν χάναμε στα Τάρταρα, μονάχα ξεποστέμα. Στη ζωή ξαναφαίνομαι και λαού συναστέμα. Многочисленные стихотворения Костиса Паламаса греческие композиторы положили на музыку. А солистка Одесской филармонии Аглая Полихрониди на вечере в честь поэта исполнила для гостей одну из своих любимых композиций. Идет сравнение. Я тебя люблю, как язык свой. Язык имеется в виду, греческий язык в данный момент. Я тебя люблю, как звезды. Я тебя люблю, как слова, которые невозможно передать. Мысль, в общем, очень, очень такие аллегорические обозначение вот этой любви. Слияние музыки и поэтического греческого слова создают очень яркий тандем, полный глубоких образов и эмоций. Наполнено все, вложено богатство красок, языка, души греческой, солнца, неба, которое только есть в Греции.
Я думаю, что это очень интересный пласт музыки. Помимо литературно-музыкального выступления, зрители увидели новую планшетную фотовыставку «Костис Паламас. Жизнь и творчество». Здесь посетителям представлены редкие фотографии, запечатлевшие мгновения жизни великого поэта Греции 20 века. В завершение выпуска напомним, что показалось важным в этот день нашим корреспондентам. В очередной раз рабочие белят колоннаду на Приморском бульваре. Вандализм людей, кому предки доверили беречь и развивать любимый город, вызывает у сограждан довольно сильные негативные чувства. Я считаю, что это своего рода такой аморальный тип. Люди, которые особо не задумываются о последствиях своих поступков. Вполне возможно, что это с каким-то криминальным прошлым, которые употребляют, может, алкоголь, наркотики. В пятницу утром, несмотря на штиль и прекрасную погоду, на Новосельского рухнуло очередное дерево, к счастью, ничего не задев. Тут куча машин была, она так ровно упала, что ни одна машина не пострадала. Потому что обычно бывает, что двор полностью пустой, сколько раз было, и одна машина только стоит, она ляпс на эту машину. Вот. А тут, в принципе, еще так удачно упало. А на Думской в это же время одесситы наблюдали людей в форме, которые оказались сотрудниками следственного управления Центрального аппарата МВД Украины. Сегодня сотрудники следственного управления Центрального аппарата МВД Украины проводили следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного по факту имевшей место взятки в ноябре прошлого года на кладбище Таировском. А школьники в эти дни покидают свои классы до 1 сентября. Настало время последних звонков. Ощущение такое. Ты вот расстаешься с самым близким другом. Обо всех этих и других важных событиях дня мы расскажем в наших следующих выпусках.